о кошачьей взаимовыручке. Сегодня кошка, которой 15 лет, не смогла разжевать бычок. Вот такие бычки продаются небольшие, хоть их и нарезали в тарелочке. И она мучилась, жевала, не могла его пожевать. Другая большая кошка смотрела на это все, подошла к ней, помогла ей разжевать и ушла, чтобы та скушала. Вот эта кошка, которой 15 лет, Марфа. Кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс. А вот эта, которая помогла. Кс. Вот так вот животные умеют дружить. И взаимовыручка. У людей такого нет. Кс. Чернуха. Кс-кс-кс. Берите пример животных. Видите, подошла, пожевала, помогла другой кошке. Все они любят, чтобы лечь на хорошее подстилочку. Любят они матрасики разные. Иди еще покушай. Бычки.